В акции «Открытка для милых женщин» объединилась активная творческая и креативная молодежь нашего города. Учащиеся общеобразовательных учреждений и активисты детской и юношеской организации «Молодая гвардия» изготовили оригинальные открытки, а члены молодежного совета взяли на себя обязанность их вручить женщинам всех возрастов. Спасибо большое. 8 марта дети школ делали красноуческие своими руками открытки. Поздравляем вас с хорошего настроения завтрашним днем. 8 марта. Ой, спасибо большое. Специально для вас. Счастья, удачи. Спасибо, всего хорошего. Спасибо большое. Спасибо. Хорошего настроения вам завтра. Спасибо. Всего хорошего. Хочу, пользуясь моментом, поздравить всех женщин нашего Краснолуча с 8 марта. Хотя это и мужская, скажем так, прерогатива, но тем не менее. Мы женщины тоже любим друг друга поздравлять. С праздником наступающим, особенно женщин преклонного возраста, я думаю, они очень достойны, скажем так, этих поздравлений. Всего доброго, мира, тепла в семье. Всего самого хорошего. Правильно, передавайте хватом. Стоит отметить, что определенного шаблона для открыток не было. Ребята подошли к изготовлению подарков творчески. Акция проходила во всех многолюдных уголках Красного Луча. Также ребята постарались уделить внимание всем женщинам, работающим в различных организациях и учреждениях, не исключая и поселки.